Какую же из вас выбрать-то, а? Ладно, давайте начнем с самой первой. Здесь что-то есть. Посмотрим, верно или нет. Ой, давай, 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 давай. Скрестим пальцы, надеемся, что все будет нормуль. Давай, доставай сундук. Обалдеть. Самый первый оказался верным. Фух, ну что ж, забираем. 900 золотых. Золотой кристальный диск. То, что мы хотели. Ура, мы не зря выполняли этот пиратский квест. Теперь осталось только его красиво завершить. А именно спасти нашу барышню. Один из пяти золотых дисков найдены. Ну все. Давайте сохранимся. И возвращаемся обратно к Романову. Я смотрю, ты нашел добычу стальной бороды. Так что давай сюда карту. Так, ну давай так. Вот, я нашел кучу золота и эту карту. Золото твое. Мне нужна лишь карта. Я впечатлен, крысеныш. Когда я тебя в ту пещеру послал, даже не надеялся, что ты оттуда выползешь. Мне бы пригодился такой человек. Я предпочитаю работать в одиночку. Ну, если вдруг передумаешь, для тебя всегда найдется место в моей команде. У нас был уговор. Где Петти? Ты правда хочешь освободить эту бестию? Думаешь, выпустить ее будет безопасно? Я сдержал свое слово. Сдержи и ты свое. Спокойнее. Я просто пошутил. Она заперта в развалинах на восточном склоне к югу отсюда. Вот ключ. Здесь мы расстанемся. Надеюсь, ты не сочтешь за грубость, если я скажу, что не хотел бы больше видеть ни твоего лица, ни ее. Понял? Да, понял, я понял. Но прости, братюнь. Я помогу! Я все равно всех убиваю. Пусть это будет и сложно, но я это сделаю. Блин. Против четверых сложновато так делать. Хорошо, уходим в пещеру. Давайте все по одному. Да, странно. В лагере, на тренировочных боях у меня получалось фехтовать куда лучше. Да, Романов готов. Иди сюда, Василий. Не ожидал я, что ты будешь плохим парнем. Фух. Ну вот как-то так. Меня, конечно, тоже немного потрепало, но в итоге я жив, а жидки восстановить — это дело такое. Так что мы не можем у трупа что-то взять, нет? Так, эронга, куча всего вкусненького, ну забираем все. Тебя забираем все, и Василия тоже все, Романов все заберем. Ну, в принципе, у всех все позабирали. Валяйтесь здесь, ребятки. Валяйтесь. А я полетел. Так, больше никого тут не осталось.
Так, карта. Он же там дал место, где находится Петти. А Петти находится здесь. Так, надеюсь, с ней все в порядке. Хорошо, значит, нам нужно сюда топать, да, обратно. Но потопали. У-у-у, и вас снова трое. Еще и со щитом. Жидок мало, и мне по-любому будет сейчас хана. Я же так просто не сдамся. Тихо. Готов. Блин. Все, последний. Фу. Вот так вот. Все, супер. Ладно, давайте повыпиваем все, что у нас есть. И все будет четко. Ладно, потопали. Так, правильно иду, правильно иду. Тут все мертвы. Хорошо. Так, ну, вас я трогать не хочу на данный момент. У вас ничего толкового нет. Так, надеюсь, наша Петти жива. Хоть я и убил всех тех, но ладно. Надеюсь, что все будет нормуль. Очень на это надеюсь. Так, дверь. Где дверь? Где ты запер ее? Так, ну похоже явно не здесь. Ну, ладно, целебное зелье. Спасибо. Хорошо, но этого недостаточно. Где дверь? Должна быть где-то тут. Я чуть не упал. Так, тут ничего. По карте я уже близко. Очень близко. Прям таки эпично близко. Вот оно. Фух, ну ты жива. Фух. Все я сделал правильно. Так, это заберем. Так, сундук с сокровищами. Ты пока посиди. Получилось. Ну а теперь займемся тобой. О, спасибо. Похоже, пришлось изображать из себя принцессу в беде. А я тогда кто? Герой или дракон? Как ты смог до меня добраться? Пришлось убедить Романова отпустить тебя. Это было нелегко. А что насчет морской карты? Она у тебя? Какая карта? Ты радуйся, что у тебя голова на плечах осталась. Пришлось отдать ее Романову. Что? Ты совсем из ума выжил? Я знала, что тебе нельзя доверять. Да ладно, ладно. Вот, мне удалось загробастать карту Стальной Бороды. Правда? Ты хоть представляешь, насколько эта карта ценная? Ну, поскольку это пиратская карта, то тут явно не лужайки для пикника обозначены. Точно. Отец отмечал тут все острова и страны, которые он посетил за долгие годы странствий. В каждом из этих мест он спрятал золото. Карта могла попасть в руки кому угодно. Спасибо, что ты принес ее мне. Ты приличный парень, в отличие от большинства остальных. Ну, спасибо за комплимент. И что ты теперь будешь делать? Я пойду назад в город. С этими бурями с острова не выбраться. Так что мы тут оба застряли.
А что с остатками сокровищ Стальной Бороды? Я забираю карту. Ты забираешь золото. Договорились? Думаю, я переживу. Можешь также забирать старый дом отца. Он находится рядом с борделем. Видимо, отцу так было удобнее. Спасибо. Хотя я не уверен, что он мне пригодится. Ну, так или иначе, он твой. Вдруг ты решишь остаться на острове? Ну, что поделаешь? Похоже на то. Заглядывай в таверну, если захочешь. Всегда приятно поговорить с кем-нибудь, кроме пьяных рыбаков. Может, и зайду. Береги себя. Спасибо. И удачи тебе, чем бы ты в этой дыре ни занимался. О, приятно снова тебя видеть. Чем могу помочь? Давно не виделись. Так, ты чем-нибудь торгуешь? Научить? Нет. Ничего это нам не нужно. Ну все, друзья, на этом я наконец-таки завершаю квест про пиратов. И вот таким вот красивым пейзажем завершаю данную серию. И встретимся уже позже, когда я начну наконец-таки искать дальше эти диски. Ну а на сегодня все, друзья. Всем пока-пока.